чувствует себя хорошо, сохраняется небольшой отек послеоперационный. Ну, не особо ей нравится, когда мы здесь ее трогаем. Также ей назначены клизмочки, микроклизмы, для того, чтобы дефекация была в туалет по в плане мочеотделения. Все хорошо, ходит волоточек. Вот, шовчики на данный момент хорошенькие. На антибиотикотерапии находится питомец и на обработках послеоперационных. Шеечка матки. Вот пошла матка дальше. Вот рог отрезан. Не пойми как. Вот здесь отрезан. И здесь полость какая-то образовалась из него же. И вот еще одна полость. Тоже из него же. И там дальше сейчас вытащу яичник. Вот он, красавчик, яичник. Вот. Ну, собственно, а вот у нас вторая часть матки. Здесь, ну вот, что-то отрезано. Яичник, походу, тоже надо искать. Скорее всего, он тоже где-то там. Все.